Навіщо тобі? Де супертіл? Я дожди. Приїхати к тебе на інтерв'ю, і у мене долі світитися очі. Ти якісь поради з приводу спорту харчування даєш? Наприклад, у мене в домі вообще немає сахара. Отлично. А я намагаюся питатися правильно. І це круто, і це в принципі найголовніше. Да, так, да так. Да, да. Але ну, на самом деле, я кандидат в мастера спорту по настольному тенісу. В рамках нашого проекту Мед плюс Велнес ми продовжуємо спілкуватися з зірками на тему і харчування і на тему спорту, звісно, Лілу сьогодні з нами в гостях. Привіт, привіт, слухай. Ну ти одна з найбільш відомих в нас селебріті, як то кажуть, яка вже досить давно займається і вірним харчуванням, із і спортивними вправами. Ми про все сами сьогодні поговоримо. Давай так, коли в тебе це розпочалось, скажімо так, професійно майже. Uh, ты знаешь, во втором классе я начала заниматься настольным теннисом. И, собственно говоря, я его тоже причисляю к спорту. Uh, и я не делала... Ну, там много калорий. И я не делала Якщо... пауз uh, в принципе вообще. Uh -huh. uh, поэтому можно сказать, что практически всю сознательную жизнь я занимаюсь спортом uh, по разным причинам. Ну, а все-таки вот когда ты стала уже известной спевачкой, помнишь, что было первое, что ты сделала с там, Я не знаю, какие-то там... Певна была диета, за якою ты пошла. Або ты типа, подивилась, какие там, я не знаю, Джейн Фонды, какую-то там вправо почала работать. С чего еще все знала, Я как раз посмотрела да. Джейн Фонду и решила, да? что у меня должен быть собственный курс эстетической гимнастики. Серьезно? сама как, как, как раз, который вышел в начале моей карьеры. Это был вообще жутко популярный курс. Угу. Он выходил на территории бывших наших республик. То есть, не, вышел и продавался. Он есть в интернете. Он до сих пор пользуется огромной Популярності у него просмотры зашкаливают, все просять продовження. Ну, это как э, получилось разова акція, в принципі, була на очень успешная. А чому не продовжуєш? Ну, річ у тому, що в принципі ми всі розуміємо, що всі ми кожні п'ять там при. плюс-минус 7 лет, мы змінюємо. Ну, мы понимаем, что у нас і тело изменяется, изменяем какие там рацион, кормление, изменяем вправо которые мы делаем. Ты знаешь, ну, я продолжала. У меня же выходили программы на одном из... Жен... на женском канале спортивные на одном из ведущих наших каналов украинских в утренней рубрике. То есть время, время от времени меня приглашают быть экспертом, потому что в любом возрасте... Девушки должны выглядеть хорошо, они не должны превращаться в тіток. Ну я думаю, не не тільки двушки, всі, всі мають якось виглядати. У всіх мають бути своя своя система. Ну давай так тоді розпочнемо. Продовжимо тим, що як, як в тебе будується твій такий традиційний нормальний день, коли, скажімо, немає концерту, а ось просто такий один день з життя Лілу з точки зору харчування, з точки зору спорту. Начинаю я день, наверное, не очень правильно в плане спортивной жизни потому что и правильного питания, потому что я просыпаюсь достаточно рано, но не могу встать с кровати, пока я не выпью три чашки кофе со сливками. И мне разрешает это мой диетолог, потому что у каждого должны быть маленькие радости. Важно, чтобы эти радости у нас были уравновешены. А вот затем я уже начинаю планировать свой день, и мои дни, как правило, активные, потому что как раз вот эта ситуация с пандемией научила нас пользоваться теми моментами, скажем, свободного перемещения и всего остального, чтобы планировать свой день и занять себя максимально, потому что мы не знаем, что будет завтра. Поэтому я планирую свой день, я не делаю каждое утро зарядку. Я занимаюсь спортом 2-3 раза в неделю. Но у меня очень интенсивный спорт. В принципе, если делать это регулярно, этого хватает. А, три раза в неделю дополнительно от спорта дополнительно к спорту я гуляю. Это примерно там, ну, 10-12 тысяч шагов. Ну, то есть, в принципе, твоя позиция такая, что три раза на тиждень всего вистачає для того, чтобы поддерживать то, что ты имеешь. Если хочешь там Большего от себя, то уже треба там до пяти раз. А, я хочу сказать, что если мы хотим похудеть, сбросить вес, то это не про спорт. А, это все-таки про питание. Если мы хотим быть сильными, выносливыми, здоровыми, иметь, скажем, фактурное тело, это относится к спорту. Ну, Важно, все, это же поедно. Если ты будешь заниматься безусловно. спортом, но не будет в тебе ну, безусловно. То есть одно без другого, в принципе, одно другое дополняет. Я не могу сказать, что я занимаюсь только спортом и ем все в подряд. Я ем на отдыхе все в подряд. И так как я отдыхаю не больше четырех раз в году, в принципе, мне хватает времени восстанавливаться. А здесь, конечно, я слежу за питанием, потому что, если говорить о питании, это вообще отдельная тема. Скажем, я когда только смотрю на хлеб или булочки, я уже начинаю поправляться, как на дрожжах. Поэтому я знаю, что вот есть продукты, которые мне категорически есть нельзя. Но самому тому ты кажешь, в тебе є диетолог. Но ты в тебе уже столько своего опыта. Почему ты на вещи еще тебе потребен диетолог? Ты сама можешь себе быть диетологом, а рады ты хочу тебя спросить. Однажды я тебя встретила в одном из э, очень фешенебельных спортзалов. У меня вопрос. Почему ты ходишь в спортзал? Почему ты не занимаешься дома? А я и дома занимаюсь тоже. А я вот хожу исключительно в спортзал, я не занимаюсь дома, потому Но что... Дома мне... можно для подтримки там. Потому там что мне отжим. нужно, чтобы, знаешь, был тренер, чтобы он э, руководил мне, чтобы у меня была какая-то ответственность, чтобы я втягивала живот, тянула ногу, делала больше упражнений. То же самое э, и с диетологами. Я не питаюсь постоянно по системе диетологии. Итог. но время от времени я возвращаюсь, чтобы, скажем, ну собрать. Но ну, как то, -то. по-английски кажут Пуш. Так, Має да. Так, то -то, -то, -то есть, волшебный push. пендель, вот. <laughs> да, магический пендель. А, добре, тогда все ж таки давай продолжим. Ты сказала, что рано, тебе тебе начинается не дуже вірно, так, дуже рано, еще три-три кавы. кави. Далі тоді, якщо ти радощі початку дня, то потім вже все все, все правильно а Кофе я потім уже не п'ю. Да я кушую примерно 5 разів в день. Ну а це три основних прийома піші і два перекуса. Если войти в систему, то получается, да, ты берешь с собой, кладешь такую специальную сумочку в машину, и в, твой организм не набрасывается, скажем, ты не набрасываешься на еду, организму хватает, даже если это прием пищи, скажем, 150-200 грамм. Я пью водичку, но не чрезмерно люблю я пить теплую воду, почему-то она как бы лучше усваивается моим организмом. Много кушаю овощей, мало кушаю сладостей, ну, собственно говоря, наверное, Все. И я не голодаю, вот, э, не ограничиваю себя в пище после 6 или 7 часов. Я могу покушать за два часа до сна, э, но в зависимости от того, э, э, что это да, и какой размер порции. Но мне разрешают кушать. Ну, то есть ты не поддерживаешь всю такую так называемую гонитву за Uh, таким навязанным стереотипом похудения. Да? Я вообще противник диет. Я считаю, когда женщины сидят на yes. диете, у них не горят глаза. Понимаешь, они грустные. Вот я, например, грустная, и всем хочется меня покормить, дать конфету. Uh, ну, как бы у тебя yes. нет силы, нет энергии. Uh, я за то, чтобы пересмотреть вообще в целом свой образ жизни. Ну і абсолютно вірно. І ще раз хочу нагадати, і наш експерт каналу доктор Тігран каже, що дієта то, то взагалі, дієта призначається для того, щоб трохи себе, ну щось щось зробити. Це ні певна профілактика. Тобто дієта призначається для того, щоб себе трохи там вилікувати, якщо то потрібно. А так просто треба правильно харчуватися. І це, це не означає, що ніч там щось. ты себе? Я хочу тебе сказать, что если мне надо срочно сбросить там килограмм, полтора-два килограмма, допустим, перед какой-то съемкой, потому что у меня это все сразу на лице, но у меня как бы такая структура лица, что у меня плюс килограмм, он сразу в щеках. Поэтому я отвариваю себе 4-5 яиц, покупаю 4 апельсина и, собственно говоря, так питаюсь. То есть я каждый час-полтора что-то кушаю, но это травяной чай, апельсины, допустим, яйца. На следующий день я могу сделать овощную рагу без масла. аlei тоже сделает 4-5 приёмов по 200 г. То есть я все время что-то кушаю. То есть я не голодная, я не умираю от голода. Но вес уходит и уходит вода. Добре, тобто виходить, можна зробити такий висновок, що на ну, сто стовщика ти кажеш зараз з приводу себе, що кожен має розуміти дуже добре своє тіло і його знати, бо в кого щоки, в кого там якісь там бока, кого там, еще что-то, нужно его знать и как-то с ним подружиться. А, ну, подружиться, знаешь, такая спорная формулировка. Да. Мне кажется, вообще э, нужно экспериментировать все время, потому что ты правильно сказал, время идет, мы меняемся, да. А, и э, нужно искать новые формы для себя и своего организма. То, что вот было приемлемо, скажем, нам там в 20 лет, в 30 уже может не работать. Поэтому вот я нахожусь... 40 взагалі, и, э, я нахожусь все время в процессе, знаешь, в процессе поиска, там. Меняю разные виды физической нагрузки. Я просто пробую разные системы питания. То есть я понимаю, что кето-диета не мое. Я понимаю, что вот это интервальное модное голодание не мое. У меня гружится голова. То есть а я должна водить машину и быть во внимании. Понимаешь, я должна приехать к тебе на интервью. И у меня должны светиться глаза. <laughs> Понимаешь? А, поэтому я понимаю, что мне нужно кушать вот, действительно пять раз в день. Я себя хорошо чувствую. Думаю, что термин «подружиться с телом» – это нормальный термин. Когда ты его знаешь, І коли ти не знущаєшся над ним, от цим інтервальним голоданням, я теж пробував інтервальне голодання. Ну так просто цікаво було. Да, певний ефект є, але бажання жити нема. Ну це вот, ефект тебе хочу. може бути, що там трохи, тебе трохи швидше там зійшли, там якісь там жири, трохи швидше там став. На скільки ти там легше важити. Але це ж від того, я менше зробив, бо я був злий. А я по інше ти дуже сильно похудів, Ти бігав. І по-моєму, ти перестав ужинати. Ну я, я робив теж, як да? як і ти. Я експериментував як можна. Зараз я просто прийшов. Що як, як і ти, в принципі, в мене? Я у мене п'ять разів на день, три основне а, а ні. Питання а, в принципі працює, але жити не хочеться. Согласна Навіщо? з тобою. скажи, наскільки в тебе змінюється ритм харчування і спорту? Якщо ти розумієш, що ну в тебе там якісь гастролі, там декілька концертів поспіль. Там скажімо, там протягом вікенду три концерти. Как ты готовишься до того, переходишь на інше какое-то фарширование? больше спортом занимаешься? А, ну на самом деле, когда у нас есть нагрузка, это не зависит от того, да, веду я мероприятие, это концертное выступление или а, я еще читаю мастер-классы и Важно понимать, что ты, когда готовишься, во-первых, тебе вообще не хочется есть, во-вторых, есть, знаешь, такая вот нервная дрожь, и организм сжигает больше калорий. Как правило, после вот таких вот публичных выступлений ты все равно теряешь какой-то вес. Я пытаюсь питаться правильно. У меня есть такие, скажем, полезные снеки. Знаешь, вот есть такое детское питание, ну сладенькое, вот вкусненькое, фруктовое или овощное, но вкусное. Есть детское питание, вообще невкусное. Э -э Неправильно. Э -э ну да. Я однажды попробовала вот диету, мне посоветовали на детском питании, вообще поняла, что не мое. А вот эти вот штуки, и есть очень много полезных снеков. Вот такие снеки у меня есть везде. Они есть в моей сумочке, они есть в автомобиле. И поэтому, когда у меня где-то, я чувствую по часам или чувствую мой внутренний будильник говорит, что мне пора принять какую-то пищу, даже вот эти 150 грамм детского питания, они очень, скажем, помогают. Скажи, будь ласка, а для детины для ты какие-то порады с приводу спорта, харчевания даешь, или, в принципе, это детей, как, как Мне кажется, что вообще, когда мы воспитываем, многие спрашивают, ваши секреты воспитания детей. Я считаю, что детей не нужно воспитывать, нужно показывать детям хороший пример. Они сами будут брать все самое лучшее. Потому что когда мы пытаемся стать папами и мамами, когда мы пытаемся им что-то навязывать, дети воспринимают это вопреки. По крайней мере, так с моим сыном случается. Он смотрит и берет самое лучшее. Поэтому он занимается спортом три раза в неделю. Индивидуально с тренером. У него отличная фигура но ну вот реально прокачанная он сам себе выработал систему питания. И Когда у меня не получается приготовить кушать, но ну сейчас он вообще живет отдельно, он учится в Австрии. И когда мне не получалось ему приготовить кушать, он нормально научился сам готовить и он высчитывал себе калории и высчитывал там правильный баланс продуктов. и, и с этим у него проблем вообще нет. Я считаю, что родители должны прежде всего подавать правильный пример. знаешь вот я могу поревнять это еще ты кажешь ты же свои там старшую донькою с Трохи важче зараз, бо вона вже вирісла у той період, коли з'явилися всі ці гаджети, всі ці соцмережі, а там з чого тільки не пишуть, і полюбі себе тако, і не роби того, а роби те. І тут вже дуже важко бути прикладом зараз, в наші часи, якщо вже говорити mm -hmm. про, про проблеми, Бо ті, кому там за, за 17-18, вони ще якось так зачепили період, коли не було тих гаджетів. Mm -hmm. А зараз це нове покоління дуже дуже важливо їм щось довести, бо вони там щось собі почитали. Тому і хочеться, щоб там зараз, ось, скажімо, нашою програмою ми донесли якісь там важливі речі. Там подивіться і дізнайтесь, як це робити, і, і не читайте все, що пишуть в інтернеті, бо мені дуже подобається, коли зараз от діти 11-13 років кажуть: Я це прочитала в інтернеті. Но с другой стороны, понимаешь, мы не можем этому препятствовать. Но как бы мы можем рекомендовать что-то, как-то красиво подводить, но запрещать мы не можем, правильно? И мы не можем повлиять на то, что они что-то прочитают или что-то не прочитают. Я, во-первых, кстати, против вот этого полюби себя и прими себя такой mm -hmm. знаешь, вот это вот когда очень большая масса тела, и все женщины говорят, что они прекрасны. Я не против полноты, скажем, но мне кажется, что ну, а, на здоровье. не на здоровье, будь ласка. Прежде всего, это, а, а, это не только там, наша личная ответственность. Да? Это ну, могут страдать наши близкие. А, поэтому нужно думать не только о себе, а еще и о своем окружении. А, Эстетическая ведь а, наша составляющая Каждому из нас хочется подойти к зеркалу и нравиться себе в отражении. И давайте не будем кривить душой, что мы себе нравимся, когда мы выглядим на все стол. Да. Поэтому к этому нужно стремиться. Скажи, вот ты сказала, ну и кажешь, что ты экспериментируешь... Ось вправи твої, ну за я не знаю, там за останні декілька років, що ти змінила в своєму спортивному житті, тобто якісь в тебе зараз інші навантаження. Це ну, ти казала, там в дитинстві, ти розпочинала з настольного тенісу. І коли я до речі сказав, що дуже багато калорій там зжигається, mm -hmm. це абсолютно точно. Бо якщо ви просто стоїте так, то ні. Якщо ви по справжньому граєте, то щоб ви знали, що година настольного тенісу це краще ніж година бігу по кількості калорій, які з вас виходять. если действительно хорошо играть. Да-да. Когда тенни. некоторые говорят, а что ты настольный теннис стоишь, а, Но ну, на самом деле я кандидат в мастера спорта по настольному теннису в прошлом, конечно, потому что сейчас не так активно я играю. А, затем у меня была легкая атлетика угу. из таких интересных. А что самое? Был легкая атлетика, це это Это таки... бег на короткие дистанции. Ага, спринтер. Да. 100, 200. 100. 100. Угу. И затем вот была эстетическая гимнастика, аэробика, вот что-то связано с такими наш кардио быстрыми нагрузками. А потом у меня был пол -дэнс. и Это было мое увлечение лет на пять. Я добилась хороших результатов. И мне так это все понравилось, что я даже организовывала международные конкурсы по полденсу. Мы проводили в разных странах чемпионаты международные. Вот. Но потом я получила травму плеча, мне пришлось поменять нагрузку, и сейчас это... А, я занимаюсь в одной студии, где я занимаюсь развитием тела через гибкость. Есть специальное mm -hmm. оборудование, я занимаюсь личным тренером. А, по полчаса у меня идет либо кардио нагрузка, либо, скажем, силовая нагрузка, и полчаса исключительно мы растягиваемся и моделируем свое тело. А, мне очень нравится, потому что разнотемповые тоже нагрузки, индивидуальный подход ко мне постоянно. А, и мне нравится то, что я действительно чувствует свое тело, вот оно реально гибкое и послушное. А не сумуешь там, когда, я не знаю, бачишь там легкоатлетов, там хочется пробить эти 100 метров, або, не знаю, там, когда бачишь настильный теннис играть, там, взять ракетку, поиграть. Я Це... всегда, когда вижу да. стол, я беру ракетку и всегда играю. И если мне хочется пробежать, я бегу. Я, кстати, когда выезжаю отдыхать куда-то, вот в Киеве я не бегаю. А вот если это красивое побережье, я с удовольствием, ну, не спринтерский, конечно, но делаю пробежки, потому что мне нравится, когда еще, знаешь, два в одном, когда не только бежишь, а когда еще смотришь. Красиві я з тобою абсолютно згоден. У мене знаєш, в мене така звичка з'явилася ще з 96-го року, коли я вперше був у великому відрядженні на Олімпійських іграх в Атланті. І ну, коли ти розумів, що часу багато нема, бо треба працювати mm -hmm. там, репортажі робити. І Єдиний час, це коли ти щоб подивитися краєвиди, це коли ти зранку просинаєшся і побіг і дивишся. І в мене якось так вийшло. Ну, це не в цьому відрядженні, трохи згодом було, коли я загубився. І думаю, як же мені повернутися? Взяв таксі, повернувся. і Потім я зрозумів, щоб щоб голову не, не заморочувати себе, я завжди, коли приїжджаю в нове місто, я вибігаю, десь бігу, бігу. І коли втомився, просто бере, просто береш таксі і повертаєшся. Угу. Але тобі не, не треба буде дивитися все знову да -да -да. в повторному режимі, і ти можеш більше, більше подивитися. Так, да, це дуже просто. І ви вдвічі більше зможете. Я коли там в Брюсселі був два дня, я майже весь Брюссель, весь Брюссель побачив за два дні, бо я годину о, перший ранок годину mm -hmm. в одному напрямку, другий ранок годину в іншому напрямку. Потім таксі, таксі 10 хвилин, 7 хвилин. і Ти вже в готелі. А ще маленький, знаєш такий лайфхак від мене. когда где-то на отдыхе мне, ну, знаешь, не хочется бежать, бывает, встаешь и э, нет как-то вдохновения. То всегда у меня, знаешь, такая морковка. Когда я добегаю до пункта А, я себе могу позволить какой-то маленький десерт или что-то еще, знаешь, с чашечкой кофе, сделать такую небольшую паузу перед тем, как вернуться назад. И это работает, потому что я реально добегаю, но я себе ставлю какой-то там тайминг, да, сколько я должна пробежать, за какое время, и когда я вижу красивое кафе, вот Тогда я могу віддихнуть, і це теж працює як мотивація до А Що ти можеш порадити тим дівчатам, які зараз ну багато тут, тут що тут казати, подивитися тільки в інстаграм, фейсбуці, які ну а, от ти зараз казала там про цю виш... вишенку на торті, так наприкінці пробіжки. А, тим, які просто з ума сходять по цих калоріях, це ж я на 10 калорій більше з'їла. Це ж я на ну. Что, что ты можешь порадовать? А, ты знаешь, у меня был период, когда я тоже вводила счетчик калорий. Я скачала где-то примерно 4 программы, выбирала лучшую, все заполняла. Делайте так. Вот вы прям реально вот купите себе дорогие программы, заполняйте, через месяц это вам так надоест, и вы начнете нормально кушать. Вот главное, у меня на кухне всегда стоят весы. Сейчас я уже не взвешиваю количество пищи, на самом деле проблема людей в том, что они кушают больше, чем им нужно. Одно время я постоянно взвешивала, взвешивала, да, есть плотность продуктов разная, нам кажется, что мы положили мало, а по граммам это много, и по калориям много. А коли ми понимаем, розуміємо, скільки быть наша порціну буде запісувати. Все буде нормально. Поэтому пишите місяць, два, поки вам не надоест. Ну і поки ви або не набридне, або або поки ви не зрозумієте, що приблизно ви протягом тижня маєте один самий раціон. Тобто, у вас є збілкової там їжі, є там курка, я не знаю, індичка, м'ясо, яйця. В угловоде у вас есть там, гречка, рис, и вы понимаете, и потом вы понимаете, что вы больше ну, ЕСТ, не же какую-то порцию. Вот ты же два помирила, а потом все, потом воно уже на автомате просто... 21 день нужно человеку, чтобы приобрести новую привычку. Поэтому uh, я считаю, что каждый себе может позволить 21 день вот, провести наблюдение или вести пищевой какой-то дневник. Да? Но это не значит что считать калории, а просто записывать, что ты кушаешь, проанализировать, какое блюдо тебе нравится больше, составить для себя лично свою таблицу питания. А если а якщо казати, до речі, з точки зору звички и її формування, mm -hmm. то вже с ну, з психологічного свого досвіду скажу, що, в принципі, формування звички йде, є чотири етапи. Перший етап це пер – це перший тиждень, це така, типа trial ломка, period. Ломка, да? ну, да, ломка, так? Потім складне, да? так? У всіх цих, е, вона називається 1, 3, 3, 6. <рес> ага. Тобто, це періоди ломки, коли коли ти можеш зламатися і все нарушиться. Тобто, перший пер – це перший тиждень, потім три, три тижні, потім три місяці, і потім шість місяців. І от, в принципі, коли ти пройдеш всі ці ломки після шостого місяця, вже в тебе це стає твоїм вторим «я». Це як там, я не знаю, чистити зуби зранку, стає. Тобто таким е, традиційним, що ти робиш в житті. Оце от звички треба пройти тоді, бо три, три тижні ще, ще замало. А, ну маловато, так, да, але в цілому ти втягуєшся. Е, е, ти не чувствуєш уже такого бішеного чувства голоду, і не чувствуєш таку тягу до сладками, тому що так, да, сахар он же так манить в себе, як как, е, на нашому каналі Абсолютно віщество. проти цукру. Якщо ви не бачили, подивіться, у нас є декілька дуже цікавих програм на нашому каналі, де ви побачите, що можна їсти солодке, але без цукру. Сто процентів, а ти знаєш, у наприклад, у мене в домі взагалі не сахара. Вже кілька років. і отлично все. Тоді офіційно твоє фото буде на нашому каналі. Тому що я вважаю, що натуральний вкус продуктів. на самом деле прекрасен. Просто мы его привыкли, нам зачем-то его микшировали с детства большим количеством специй, либо большим количеством сахара. Но если чаще просто пробовать даже термически обработанные продукты, но без засилия специй, они имеют свой богатый очень вкус. Ну, а ти от все одно казала, що іноді ти можеш собі дозволити. В якісь там торти, в Але після того ти кажеш, що ти декілька днів точно абсолютно про те не думаєш. Тобто те, в тебе виходить ніби така чистка організму від того цукру, який ти отримала в тій кондитерській. Ну да, так, да, 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 скоріше, всього, тому що якщо потім встраиває розгрузочні дні, вот то це как раз і є чистка да, організму. Це много чаю, много води, скажімо, обмежене количество пищи, абсолютно відсутствие жиру. Ну от дивись, зараз ти все це розповідаєш. Тобто, це ти, в принципі, вже такий професор по їжі, ти е, і по спорту, все, все на себе на, на собі проекспериментувала. Навіщо тобі дієтолог? От зараз, після того як ми про це все поговорили. А, а поговорить. Просто поговорить. А, а поговорить, понимаешь, кто то ходит щось, в аналитику, чтобы она еще снова эту беду дала. Да, да? Ну, потому Спробовать. что знаешь, ведь все тоже развивается, появляются какие-то новые какой-то новый опыт. Она может что-то подсказать, да? Что-то мне может надо есть, она предложит какой-то другой вариант. А, вот, но, скажем, главное, чтобы общение с диетологом не влияло пагубно. Це точно. А, а, взагалі, як вона тобі радить, чи взагалі ти сама собі е, робити аналізи? Там, ну принаймні крові або взагалі свого організму, щоб дивитися, що там з тобою коїться, чи вірно ти їш, е, все це проходить правильно чи ні? Вообще, знаешь, есть люди, которые очень часто и много сдают анализы, скажем, наблюдают что-то там, вот смотрят с врачами и ничего не делают. Я считаю, что если вас ничего не беспокоит, вы ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь, занимаетесь спортом, не нужно часто сдавать анализы. Делайте там какой-то годовой чекап, и кровь, наши изменения в крови, они, в принципе, происходят в течение трех месяцев. То есть, если вы хотите держать руку на пульсе, раз в три месяца нужно сдавать кровь и получать консультацию специалиста. цього достаточно. Ну, знаєш, я думаю, що найбільше, що сьогодні, найважливіше ти сказала от для мене, що я для себе ну, не те, що відкрив, а це просто видно за, за твоїм прикладом, що дійсно можна все робити, експериментувати, дивитися, але найголовніше, що глаза. Очі світли, горілі. І вони, вони в тебе горять, і це круто, і це в принципі найголовніше. Бо якщо в тебе буде супертіло, я не знаю, там, але очі такі, що жити не хочеться, то навіщо тобі те супертіло? Абсолютно <laughs> согласна, да. Потому что самый главный э, наш подарок жизни – это жизнь. и это даже удовольствие маленькие, которые мы получаем. Просто важно, чтобы все было в балансе. Дуже дякую мы Лилу сегодня была в нас в гостях. Дивіться наш канал и самую нашу рубрику под названием «Мед плюс Wellness.